На Sky Radio. На Sky Radio. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Звезда, звезда. Звезда как на ладони. Звезда как на ладони. Исключительно на Sky Radio. Здравствуйте, с вами Валер Листопад, и вы слушаете программу «Дай 5» на Sky Radio. В программе «Дай 5» звезды отвечают на вопросы, которые в таком виде им еще никто не задавал. На каждый вопрос 5 ответов. Что звезды смотрят, носят, что читают и едят? Где отдыхают, о чем мечтают и, конечно, какую музыку они любят? На Sky Radio! На Sky Radio! «Дай 5»! Блеск в глазах. Такой простой и сложный. Его специально не приобретешь и не натренируешь. Наш сегодняшний герой этим блеском наделен в избытке. А даже и в переизбытке, чтобы дарить сияние таланта массам. Творческие единицы всегда отдают больше, чем прописано в контракте. Да и контракт им нужен не всегда. Ведь привлекают блеском своих глаз те, кто работает по велению сердца. Веление это движет одним героем актерства и телевидения, крайне рьяно. В последние несколько лет он стал не просто героем, а одним из главных орфеев декламации современного зрелищного бизнеса. Ему дано многое. По натуре своей он далеко не скупой рыцарь, а как раз транжира собственной одаренности. Уделяет внимание он и нам. Гость сегодняшней программы «Дай 5» – актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. Вячеслав родился в Москве. Интеллигентные родители и бабушка, жена генерала, привили ему только благонравие. Успех он завоевывал сам. В школе при МГУ, в училище имени Щукина, в театре ему везде сопутствует успех. Его он не перестает завоевывать. Он уже видный персонаж центральных телеканалов, у него уже внушительная фильмография. И это, по его же признанию, только начало. Всем привет, я Вячеслав Манучаров на Sky Radio в программе «Дай 5». Ну что ж, дорогие друзья, давайте поболтаем. Надеюсь, мой музыкальный выбор тоже вам понравится. «Дай 5»! Звезда как на ладони! Как на ладони! Исключительно на Sky Radio! Sky Radio. Пять городов. Вы знаете, скажу честно, России, я очень люблю Москву. Это мой город, в котором я родился. Поэтому, наверное, на первом месте у меня, чтобы не было в моей жизни, останется, есть будет столица нашей Родины. Вот мой родной город, Арбат, в котором я вырос. На втором месте, наверное, я назову Подмосковье. У меня дача рядом с небольшим подмосковным городом. Моя вторая родина – это моя дача. Мой дом за городом – это деревня Мишуткино. Место, куда можно убежать и ни о чем не думать. Там, в валенках ходить, в каком-нибудь старом пуховике и в тренировочном костюме. А третий город, который я люблю – это город Барселона. Для меня он очень личный, такой родной, близкий город. У меня с ним много связано. Как правило, в любое время, когда у меня свободное появляется, я еду туда. Я его хорошо знаю. Четвертое место – это Санкт-Петербург. Это город, с которым меня связывает моя театральная. Город, в котором находится театр, где я служу на данный момент. Это театр эстрады. Скажу честно, что открыл вот буквально несколько лет назад его заново. Абсолютно не как гость этого города, а как все-таки более-менее местный житель, потому что живу там по 3-4 месяца, когда выпускаю спектакль. Ну и на пятом месте, наверное, это, пусть будет Одесса. Какой-то невероятный город в моей жизни тоже. Он связан с какими-то моими начальными шагами в кинематографе. Это первое место, где я начал сниматься как артист. И вообще, в принципе, как артист. На Sky Radio первая любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Так, ну хорошо, давайте начнем, может быть, Believe Cher. Послушаем, и, конечно, получим большое удовольствие. Там оптимистичные песни, на мой взгляд. Сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Сегодня в гостях у программы «Дай 5» на Sky Radio актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. На Sky Radio! Дай 5! Дай 5! 5 талантов. 5 талантов, которым бы я хотел обладать. Ну, наверное, молчание, золото. Знаете, я не умею молчать. Я всегда, если я что-то думаю, я всегда говорю. Как в хорошем смысле, так и в плохом. Во второй, наверное, это... Мне кажется, я такой талантливый, что у меня все есть, мне ничего не хочется. Можно ответить так, что я талантливый человек, у меня все есть. Единственное, чего бы я хотел, какого таланта, это, наверное, дарить людям еще больше счастья, удовольствия и какой-то такой, светлой энергии. Да, я талантливый, поэтому отвечаю вот так.
На Skyradio. Вторая любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Земфира, я искала тебя. Эта песня у меня очень много связана. Это моя институтская любовь. И вообще какая-то такая... Вы знаете, я помню, когда я учился в институте, Земфира только начинала. Не знаю, что это было 1000 лет назад, но тем не менее для меня эта исполнительница достаточно много в период моей институтской жизни. И так совпало, что это совпало с моими какими-то первыми любовными историями, скажем так. И поэтому Земфира, я искала тебя. Послушаем и получим не то, что удовольствие, а сердце забьется 100%. Вторая любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Сегодня в гостях у программы «Дай 5» на Skyradio актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. «Дай 5»! Звезда как на ладони! Как на ладони! Исключительно на Skyradio! «Пять блюд». Про 5 моих любимых блюд. Вы знаете, я в этом смысле могу не то что 5, а 505 назвать, потому что так я люблю поесть, скажу честно. Блюдо номер 1. Блюдо номер 1, вы знаете, это... Я на побережье Черного моря. И дело в том, что здесь в последнее время такое ощущение, что я на рыбной диете. Я кроме рыбы ничего не ем, знаете. В голову лезут только сорта рыб, поэтому я скажу так. Любимое мое блюдо, наверное, это творожная запеканка, сырник. На втором месте я очень люблю, скажу честно, узбекский плов. Я его готовлю сам и очень люблю его. Не знаю, толк в нем. Скажу честно, вот 2 года назад купил такой не казан, а вот подказание. То есть все его готовят на плите, да, плов, ставят казан и начинают готовить плов дома на плите. Но это не очень правильно, потому что настоящий узбекский плов нужно готовить на открытом огне. Значит, номер 3 – это телятина с черносливом. Национальное блюдо в моей семье. 4-й номер, дорогие друзья, в нашей таблице самых вкусных блюд и любимых – это русская кулебяка. Либо с капустой, либо, дорогие друзья, мясо. Номер 5, наверное, тоже как-то, если про домашнее говорить, потому что самая вкусная кухня – это мамина. Ну, я дико люблю готовить, люблю кормить. Это цыпленок с табака или просто цыпленок с травах. На Skyradio. Третья любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Мадонна «Frozen». Я считаю, что, на мой взгляд, это одна из самых сексуальных вообще композиций, которая есть в европейской и такой, ну, американской поп-культуре. И вообще Мадонна – это, ну, секс-символ. Знаете, как она говорит про себя, что если засунуть меня в мешок, все равно каждый мужчина начнет усиленно дышать. Почему? Потому что мой голос – это олицетворение секса. И я с этим согласен. Голос Мадонны, ну, необычный. Уникальная история. Почему? Потому что она абсолютно без голоса, она абсолютно не вокально большого формата, скажем так, исполнительница, но в ее голосе есть какой-то такой, такая магия, что она заставляет слушать и слушать ее. Поэтому Мадонна «Frozen». На Skyradio «Дай 5». Это была третья любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Сегодня в гостях у программы «Дай 5» на Skyradio актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. На Skyradio! Дай 5! Программа «Дай 5» на Skyradio продолжается. Здесь звезды отвечают на вопросы, которые в таком виде им еще никто не задавал. На каждый вопрос 5 ответов. Подробно и с пристрастием. На Skyradio! Дай 5! Сегодня в гостях у программы «Дай 5» на Skyradio актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. Новое поколение шоуменов. Именно в нем себя ярко проявляет Вячеслав Манучаров. Лучезарная улыбка и все другие составляющие личности, на которую приятно смотреть. Всем этим он обладает. Тем самым красит только ярким шоу любого формата. «Хочу знать» и «Большая разница» на Первом канале. «10 поводов в любви» на Муз-ТВ. Фееричный проект из песни
слов не выкинешь на МТВ. Фильмы «Похитители книг», «Адъютанты любви», «Ласковый май», «Любовь-морковь», «Анна Каренина» и многое-многое другое. Роль телеведущего приумножает популярность Вячеслава как актера. И наоборот. Хотя вернее сказать, что он всегда идет вперед, обрамленный большим талантом. Лучшее у него еще впереди. Всем привет, я Вячеслав Анучаров на Sky Radio в программе «Дай 5». Звезда как на ладони. Как на ладони. Исключительно на Sky Radio. Sky Radio. 5 видов спорта. Виды спорта. Это тяжелее. Значит, серфинг номер 1, дайвинг номер 2, 3 – это фитнес. Номер 4 – я очень люблю прогулки на велосипедах. Номер 5 – мало кто об этом знает, но уже месяц я занимаюсь верховой ездой. Это мечта, как называется, благодаря новому проекту в кино. Я буду играть одну из ролей. И действие этой картины происходит в степи, и вот мой герой перед этим на лошадях. На Sky Radio. Четвертая любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Так, четвертый. Барбара Стрейзен. I am woman in love. Непонятно почему. Это любимая композиция моей мамы. Она все время стоит на заднем сиденье нашего черного автомобиля, когда мы куда-нибудь едем. Дай 5. У программы «Дай 5» на Sky Radio актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. «Дай 5»! Звезда как на ладони. Как на ладони. Исключительно на Sky Radio. Sky Radio. 5 примет. 5 примет, в которых я верю. Вот, например, черная кошка перебегает дорогу. Я никогда не поеду. Я подожду, когда другая машина проедет, поеду я. Пустое ведро или полное? Вот я считаю, что когда полное ведро, я вижу, это на удачу, на счастье. А когда пустое, то не очень. Или, например, зеркало лопнуло где-нибудь. Если с утра я просыпаюсь в плохом настроении, это первая примета, что день закончится хорошим. А пятая примета, если заказчик не улыбается, значит, он тебя больше не ставит. Это такая профессиональная примета, когда я веду какое-нибудь мероприятие, свадьба, день рождения и что-то подобное. На Sky Radio. Пятая любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Давайте скажем, Майкл Джексон, вечный король поп-музыки, который, вернее, не король, а принц, почему, потому что он остался до конца принцем. Наш благородный, самый светлый, темный исполнитель в мире. Дай. Это была пятая любимая песня сегодняшнего гостя программы «Дай 5». Всем пока, я Вячеслав Манучаров, с вами было невероятно, Эстония. Мне очень приятно, что моя персона заинтересовала вашу аудиторию. Счастья, здоровья, приятного настроения. Надеюсь, до скорой встречи. Приходите ко мне на спектакль, смотрите со мной фильмы. И, конечно же, я был с вами в программе «Дай 5» на Sky Radio. Спасибо огромное. Вы слушали программу «Дай 5» на Sky Radio. Здесь звезды отвечают на вопросы, которые в таком виде им еще никто не задавал. На каждый вопрос 5 ответов. Что звезды смотрят, носят, что читают и едят, где отдыхают, о чем мечтают и, конечно, какую музыку они любят. «Дай 5» на Sky Radio. Дай 5!